В этом году планируются концерты, допустим, в Москве в Альма-Матер или в Гнезде Глухаря, или Я еще думаю, да. где-нибудь? Я думаю, да, все это будет как бы вот с осени начиная, потому что я взял тайм-аут просто на лето, потому что это усталость была. Вот сейчас, я думаю, все это будет, как бы будут новые песни. Хочу еще написать песен для группы Михаила Круга. Для Марины Шамшонковой. Марина Шамшонкова, да, замечательный человек. Вот, что-то вот, как бы, то есть думаю, концерты и будет творческая деятельность какая-то. Тогда, пользуясь случаем, приглашаю к нам приходить в конце этого года. Спасибо. И мы узнаем, что за это время произошло. И, уважаемые телезрители, заходите на сайт Евгения Полянского. Там у него все, как говорили раньше, в 70-е годы в ажуре и в шоколаде. А мы с вами говорим до свидания, до следующей недели. Слушайте Евгения Полянского. За лесом, за полями снежными, вишня, вишня дикая стоит. Слово безответное, доброте приветное, ну а коль полюбит, все простит. Слово безответное, доброте приветная, ну а коль полюбит, все простит. Что ж одна ты дикая вишня, как же так по жизни все вышло, от людей вдали столько долгих лет. Ты цветешь весной цветом белым осень, а даришь плодом спелым, да никто не знает твой вкус и цвет. С каждым годом краше, и добрей, и выше, и все больше ягод сладкий гнет. Летним зноем пьяная, зимней стужей вьюжена, жаль не видит ока и зуб не мёд. Летним зноем пьяная, зимней стужей вьюжена, жаль не видит ока и зуб не мёд. Что ж одна ты дикая вишня, как же так по жизни все вышло, от людей вдали столько долгих лет. Ты цветешь весной цветом белым осень, а даришь плодом спелым, да никто не знает твой вкус и цвет. Что ж одна ты дикая вишня, как же так по жизни все вышло, от людей вдали столько долгих лет. Ты цветешь весной цветом белым осень, а горишь плодом спелым, да никто не знает твой вкус и цвет. За лесом, за полями снежными.